Корь — это у нас всесезонная воздушно-капельная инфекция. Всесезонная. Это значит, она не как грипп. Осень и зима, она может проявиться в любое время года. Переносится она воздушно-капельным путем, 100% заражения, даже если больной человек находится на первом этаже, заболел, заразиться может весь подъезд, вплоть до 20 этажа. Чем грозит корь? У детей она протекает легко в виде конъюнктивита, экзантемного высыпания, да. Вот. А у взрослых это, конечно, и миокардиты, то есть поражение сердца, и гломерулонефриты, это поражение почек, энцефалиты, это поражение мозга. Корь – это вакциноуправляемая инфекция. На территории Российской Федерации проводится вакцинация по национальному календарю в определенные возраста декретированные. Это детки в год и в 6 лет, взрослые до 55 лет. Населению, во-первых, родителям надо четко отслеживать прививочный график своих детей и вовремя их прививать. Если он не помнит, прививался ли он в детстве, если он не знает, болел ли он в детстве, он хочет привиться, но боится по каким-то причинам, ну, разные, да, он может сдать анализ на антитела, на корь, и если эти антитела, они отрицательные, то, конечно, надо получить две прививки, да. С корью, конечно, проблема с корьевой вакциной на всей территории Российской Федерации, но у нас немножечко ее есть запас, и мы ее раздаем по медорганизациям, поэтому можно туда и обратиться.